И свежие данные по коронавирусу. За сутки в Коми плюс 44 новых случая заражения COVID-19. Данные на 27 мая опубликовал Роспотребнадзор. Всего федеральным референс-центром лабораторно подтверждено 1188 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В активной фазе 563 человека. Подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Количество жертв теперь 21 человек. Еще 33 излечились, и теперь общее количество тех, кто смог побороть болезнь, 625 жителей Коми. Республика продолжает оставаться на 58-м месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.